И в первое впечатление у меня было тебе, да, в 8 классе, было, что очень забитая, а узкая девушка. Всем привет, друзья! Как же быстро летит время, уже сентябрь. А вчера было 1 сентября. Кстати, поздравляю всех школьников и студентов с началом нового учебного года. Сегодня я еду в Шымкент. Кто не знает, я училась в городе Туркестан до 7 класса, а потом с 8 по 11 класс училась в городе Шымкент, в школе для одаренных детей. И вот, у меня там живут мои одноклассницы Зарина и Лязат. В прошлый раз, когда я была в Шымкенте, я встретилась только с Зариной. Тогда еще был карантин, ничего не работало. И в этот раз, сегодня, я встречусь и с Зариной, и с Лязат. Мы пойдем где-нибудь посидим. Вот. Сейчас я иду на вокзал пешком. И по дороге покажу вам школу, где я училась до 7 класса. Эта улица называется Абдулла Усенова. Нам всегда нравилась эта улица, потому что здесь есть нормальная дорога и много зелени. И по этой улице мы шли в школу. Мы практически подошли к нашей школе. Смотрите, какие маленькие дома. Так, вот здесь школа, но это не наша школа, а здесь учился мой младший брат. Это школа имени Абая Кунамбаева. Моя школа там чуть дальше. О, здесь это место сейчас называется Бекзат Алаңы. Вот она, наша школа, вот это. Дальше был вход. Мы здесь учились. Но сейчас это место не школа. Здесь какая-то военная база, что ли. Сейчас поближе покажу. Что-то здесь очень много машин. Вот она, наша школа. Такая старая. Когда мы еще учились в школе, она была старой школой. До сих пор такая же. Вот она, моя школа. Сейчас здесь, видимо, сделали ремонт. И там поставили пост, а внизу нельзя, говорят, снимать. Не знаю, что это за место. Военная база. Я слышала так. А здесь у нас железная дорога. Сейчас я вам покажу наш красивый вокзал, который был построен еще в 1903 году. Красота. Вот наша школа. Вот тут у нас был класс, вот здесь, в этом здании. Вот окна же выходят, здесь у нас был класс. А здесь у нас вокзал. Вот он, наш вокзал. Смотрите, какой он красивый. Thank you.
Смотрите, какой длинный поезд пассажирский. Какой длинный. Продавщицы продают разную еду. Вот он, наш вокзал. Какой красивый. Внутрь заходить не буду. Поедем дальше. Шенкент отъезжает вот такие вот старицы, маршрутки. Стоит одно место 1500 тенге. Вот у нас пока и никого нет. Ура! Я приехала. Иду теперь к Зарине домой. Сейчас нужно ей позвонить сначала. Мы с девчонками пришли вот в такое вот кафе. Называется Честер. Кажется, пока никого здесь нет. Нужно заходить через QR-код. Смотрите, какое красивое меню. Колбу. Кичиде колбу болмайды. Анау серк досы келді ғой неден? Алматыдан ба? Лизат, привет. Это мои одноклассницы, Зарина. Ну, он что-то шатает. Пусть не упадет. Смотрите, какое пиво мы заказали. Я буду суши. Шмин суши джиберикш. Я хочу вот эти Филадельфии. Азиатские шашлыки. Шашлык хочешь? Я хожу шашлык. Нет. Ирландский виски. Сердечко не пошли мне, да? Пиво хотя бы. Оно бала шага ойнақ сгеп бара. Потому что суббота жаңағы бүрденгем сұхайтыс болған. Соған барамыз. Воскресенье у меня работа. Воскресенье жұмыс істейсің ба? Воскресенье, понедельник, тоже передачи в момент. Оба. Оксана, вот осна здесь, я? Да. Четверг, яндекс четверг, яндекс бищем в опять. Короче, пятница, суббота. На следующий пятницу, суббота, бокс. А в пятницу, суббота, он учится. Неге, а суббота, муки, тобы заказали? Суббота, да. Корня, Калифорния, Роуз. А, ну, хоть очень красивый, люди. А біз Карина ғана азында оқиды, аналай төт үсті оқиды. Айта жақсы мақты оқиды. Азында оқиды. Скажи, вообще, какая я? Какая ты? Вопрос. Вообще, какая я была в школе и какая я сейчас? Ну, в школе открытая, добрая. Взаимопонимающая. Ну, знаешь, как сказать. Не могу сказать, что душа компании. Но очень добрый человек. В школе ты была такой. И в первое впечатление у меня было тебе, да, в 8 классе. Было, что очень забитая, а узкая девушка. Потому что я, да, но вот симпатичная. Нет, я не говорю, что он уродина или что, естественно. Просто
я всегда, вот как мы с 8 класса начали дружить, да, я же всегда ее искала же везде. Я ее учила одеваться, я учила ее разговаривать, как надо себя вести, да. И поэтому я считаю тебя своим маленьким ребенком, да? Своим проектом, да, который вот... Это правда. Который немножко подготовил к жизни, да, взрослой жизни, да, потому что девочка не совсем с аула, но с города, но все равно, ну, как бы Туркестан более... Аулская. Аул, как считался, да. А мы-то городские. Ну, не знаю, со временем, за все эти годы... Какая я сейчас? Никак не изменилась, осталась такой же. Такой же осталась. Деревенская девушка. Нет, не деревенская, но такой же добродушная. А? Добродушная, любимой подружкой. Янсен. Первое впечатление обо мне в 8 классе. Да, это точно добрая. Для Азатки вспомнит, у нее нет памяти. Ну, у меня нет памяти, конечно, но первое впечатление, это такая добрая, хорошая девчонка. Нужно подружиться. И, конечно, мы сразу нашли друг друга, кто с кем общаться, как. И великолепная четверка была. Но осталась пока тройка, которая общается. Ну, вообще, я тебя, если честно, в школьные времена, ты мне очень нравилась, как бы. Ну, ты была очень мягкая, хорошая такая и добрая. И, ну, не знаю, чем по сравнению с другими, я не считала тебя аульской, честно. Ты для меня я была не такая... Я не сказала прям аульская? Нет. Ты меня не... Ты не это... Не выставляй меня в плохом свете. Нет, ну, как бы сразу, ну, видная девчонка была, честно. Назад Казгур тоже большой маленький. У меня тоже баул выставили, короче, ладно. Это ее мнение, а мое мнение то, что я как бы аул там не видела никакое. Ну, как бы сразу близкая душа была, да. А сейчас какая? Сейчас? После 15 особо, лет? Особо 20? Изменений нету. 15 лет? Ну, 16 лет. В 2001 году мы все познакомились. 20 лет? А, ну, через 20 лет. 20 лет мы дружим. Нет, честно. 20 лет это больше полжизни нашей. Правильно? Также такая же осталась. Особо прям сильного изменения нету. Честно. Такая же прям легкая. А, молодец, счастливая. Я рада. Всем привет! Мы живы. Вчера мы отлично посидели. Очень поздно проснулись. Сейчас время 5:20 вечера. Лизат пригласила нас к себе в гости. Сейчас мы к ней поедем. Дальше я поеду домой. Мы пришли в гости к Лизат. Вот Лизат и ее муж. Душан. Надо кореда пошарить? Нет. Шоколад. Милькис? Милькис. Милька. Это уже мы не помним. Псыка Лизат. Приготовила нам чучундилик. Нежданчики. Мы с девчонками пришли погулять в парк. Немного здесь походим и поедем домой.
Ләзат бергана. Это видео. Привет. Мы погуляли в парке, время сейчас 12:18 ночи, и решили поужинать. Теперь спать не будем. Да. Спать не будете.